Ну вы поняли, да, кто у нас такой красивый идет сегодня? Кто толково сегодня? Выпускной в садике. Упсик, ребятки, с добрым утром вам. Здесь Унечка вон сама выбрала себе одежку, подобрала. Опять эта собака, которая всех бесит. Так что и Сунечке выпускной сегодня. Мы пойдем на него. Он у нас будет в 11 часов. Покажу вам чуть-чуть. Там они какой-то танец будет, они учили. Ну и всякие вкусняки там родители принесли. Перекусы. Кусы-перекусы. Так что будет хорошо. Как классно! Всякие вон штучки тут. Бацлаха. Бацлаха. Опа! Давай, Тимочка. Так это все трогательно. Марс, у нас с тобой нет времени много гулять. Бегу, бегу к Яське, бегу. Я тебя люблю.
Оля, как всегда, дела решает. А ну покажи, не стой. Нет, я хочу снять. А ну стой, стой. Как будто прям сегодня сфотографировали Яську. Да, прямо. Да, так той же одежки, смотри, она. Ну, только шорты другие. Вот такая, как будто сегодня. Так. Все, идем. Нужно Ренату позвать, а там в парк идем. Так, идем. Буська, идем, идем. Ясюня, жарко, мы идем домой, котик. Мы идем домой. Ясь, мы уезжаем сейчас, Ясмин. И мы едем куда-нибудь. Да, и мы едем куда-нибудь.